Итак, мы попытались на результатах дискрим-анализа построить иную модель, которая проверяла бы роль страны, той или иной страны, в решении об участии или неучастии европейцев в профсоюзах или аналогичных организациях. Дискрим-анализ предполагает, что форма зависимости участие или неучастие в профсоюзе от наших предикторов не различается от страны к стране. Мы подвергли сомнению это предположение, и пробит регрессия показала, что действительно это сомнение обосновано, что нужно строить более сложные линейные многочлены, где слагаемые будут не просто отдельные предикторы с коэффициентами, а перемножение предикторов и соответствующие коэффициенты. Пробит регрессия нам не дала эти коэффициенты и не может, к сожалению, их дать, но, по крайней мере, она нам сказала, в каком направлении двигаться. Если развивать эту идею, то нужно обращаться, на мой взгляд, прежде всего, к логлинейному анализу, который тоже представлен у меня на сайте, а затем уже вооруженными результатами логлинейного анализа возвращаться к построению более сложной регрессии или дискрим-анализа.